Мне тут кое-что прислали. Сейчас покажу. Вот такие вот маски мутит, ну и в принципе любого формата такие вот сумасшедшие маски мутит мой знакомый барабанщик группы Тератоморф. Ссылочку на него я вам оставлю в описании, я думаю, что вы недорого сможете у него вот такую вот маску заказать. Это в принципе может быть любой формат, я думаю, креативность вас тут не подведет. Хоть я не знаю, там Дэдпула заказывайте себе маску, он вам что-нибудь смастерит, потому что, как вы понимаете, здесь даже лазерный прицел работает. Это реально очень круто. Вот, и сегодня как раз буду снимать видос для канала Академии. Сниму его в этой маске. Вот, и сейчас, я думаю, пора сделать несколько фотографий с этой маской, чтобы выложить их куда-нибудь в Инстаграмчик, например. Меня почти под каждым видео, в принципе, даже на канале Академии и на блоговом канале спрашивают, что за музыка играет фоном. Я уже неоднократно на эту тему снимал видосы, и я даже не знаю, как это сделать, потому что люди не читают описание видео вообще никогда, вот вообще никогда. Поэтому я думаю, что я в описании ставить буду, и где-нибудь вот здесь вот внизу будет появляться надпись, типа, откуда фоновая музыка, потому что это реально просто, мне кажется, бесполезно тысячами раз повторять. Но я вам расскажу то, что музыку я фоновую беру с сайта Epidemic Sound. Это такая платформа, куда ребята записывают какие-то разные инструменталы, какую-то музыку, там все что угодно. Там есть и киношное оформление, и какие-то шумы, огромная библиотека звуков. Там музыка любого стиля, в принципе, найдется. Просто надо знать, что искать. Это зависит, опять же, от настроения, которое вы хотите создать в видео. Естественно, если я подложу там какой-нибудь хоррор-звук, да, будет казаться, что что-то стрёмное. Если я подложу под плаксивую мелодию, само видео будет формировать немножко такую плаксивую атмосферу. И такое будет происходить, в принципе, с любым стилем музыки. То есть это зависит от того, что вы хотите получить. Фактически, каким образом этот сайт работает? Я оплачиваю подписку, то есть у меня и канал Академии, и влоговый канал к этому сайту привязаны. И, соответственно, мой канал привязывается к аккаунту. То есть два канала привязаны к аккаунту. И когда я выкладываю видео, где на фоне или просто играет музыка, которая скачана с этого сайта, по авторским правам у меня ничего, никаких банов не прилетает. Если же я возьму, например, залью то же самое на фиендовский канал, мне тут же прилетит на авторские права, и у меня монетизацию снимут. Может еще забанить видос сам. То есть фишка в том, что я фактически покупаю лицензионное музло и лицензию на это музло, чтобы оно играло у меня в видосах. Вот таким вот образом это работает. В принципе, точно так же работает и система с каверами, как Лео Маркиоль рассказывал. Он покупает права на разные кавера на сайте sounddrop.com. Там, грубо говоря, вы покупаете, там, допустим, хочу сделать кавер на Леди Гагу. Вы ищете песню, оформляете на него лицензию, привязываете точно так же канал. Там специально для каверделов есть вот этот отдел. Вы выкладываете этот видос, и у вас, грубо говоря, к вашему аккаунту ваш канал привязанный просто получает вот таким вот образом лицензию на треки, которые вы исполняете. Эта система продолжает развиваться, просто у нас народ не до конца все-таки до нее еще догнал. Я всем, кому рассказываю про фоновую музыку, все практически знакомые музыканты и блогеры уже подписываются на этот Epidemic Sound, чтобы была возможность в свои ролики вставлять вот эту вот музыку. Вот таким вот образом сейчас выглядит проект гитарного коллаба. Тут просто нереально много, короче, разного материала, там всякие эффекты, эффекты, эффекты. В общем, работы еще предстоит много. Ну, я буду постепенно это делать. Сейчас как раз сделал минус для Табачникова специально. Он попросил сделать ему какой-нибудь космос. Посмотрим, что он сверху на это дело наиграет. И еще, кстати, мне на семинаре ребята вручили вот такую вот кофту. Она называется свитшот, я, правда, фиг знает, что это значит, но свитшот. Вот такая вот. Прикольная. Надо будет ему сейчас парочку фоток зарядить, и, естественно, ссылочку на них я вам оставлю в описании. Это ребята из Питера делают. Так что, я думаю, если захотите надыбать себе такой, легко надыбаете.